С вами Retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Добрый день, расскажите, что вас привело на сегодняшнюю выставку? Интерес, конечно же, интерес. Я думаю, здесь очень много ваших друзей, знакомых, с которыми вы давно не виделись, потому что был период, тяжелый период коронавируса. Расскажите, как вы его провели, чем вы занимались? Максимально, конечно же, я развивала себя, но самое примечательное, наверное, это то, что в постизоляционное время в Москве я провела 34 эфира из торговых центров Москвы и области. Это были прямые эфиры по 25 минут, которые можно найти в Инстаграме, в ИГТВ. Там были гости, там была польза, там было очень много про то, как живет торговый центр сегодня, как живут ритейлеры сегодня, насколько увеличилось количество закрытых площадок, как выглядит клиентский сервис и комфорт посетителей в торговых центрах сегодня. Эта цифра весьма внушительная, а если вот подвести итог, самая главная проблематика, которая была затронута в ваших эфирах, как она звучит? Самая главная проблематика – это то, как живет ритейл и торговые центры сегодня, и как выглядит забота о посетителе в торговых центрах на сегодняшний день. И как, конечно же, складывается вот эта вот постковидная или даже ковидная история внутри. Алена, большое спасибо за ваш ответ. С вами retail.ru, не переключайтесь.